Всем привет, ребята! Еще раз добро пожаловать на мой канал. Очень рада, что вам понравилось мое предыдущее видео с зеленым соком. Я вообще большой фанат зеленых соков. Знаю, могу сделать кучу интересных сочетаний с кейлом, со шпинатом. Это та зелень, которую я считаю наиболее вкусной. И кейл вообще мега полезен тем, что вот чем более темная зелень, тем больше в ней питательных элементов, поэтому кейл считается чуть ли не вообще самой полезной зеленью в мире. Ну, по крайней мере, в Америке любят кейл и делают с ним исследования. У нас, конечно, такого нету. Но, в общем, да, и спасибо тем, кто написал в комментариях, что кейл еще можно купить в Ашане, а шпинат можно купить просто на рынке, да, там, где много продают зелени, там обычно бывает шпинат вместе с базиликом, кинзой, руколой и такими разными листьями салата. Это такая более, ну, можно сказать, редкий вид зелени. Да, сейчас в комментариях кто-то напишет, что рецепт начинается с такого-то тайм-кода, но я считаю, что эти вступления очень важные. Я не лью воду, я рассказываю ценные, полезные советы именно к этому рецепту, потому что я много раз его уже делала. В чем вообще суть этих зеленых соков? Ведь зелень можно есть и так, да? Я всегда ее все равно добавляю и в салаты, но дело в том, что особенно когда ты на соках, ты просто не съешь столько зелени вот так вот с этой всей клетчаткой, сколько ты можешь ее съесть благодаря тому, что ты ее перекрутил на сок. То есть ты берешь самые питательные элементы, но вот эта вот грубая клетчатка, да, иногда хорошо, иногда она хорошо чистит, но есть такие моменты, когда не особо нужно нагружать пищеварение, потому что все-таки тело тратит на это энергию. Поэтому я предпочитаю есть и зеленые салаты, и в тот же день могу с утра выпить такой вот зеленый сок. То есть там будет несколько вот таких листьев, а в салате я съем, ну, может быть, в крайнем случае половинку. То есть для меня это уже достаточно много будет. Вот, так что сок — это прекрасный способ съесть больше зелени, получить из нее питательные элементы. И я еще добавляю в этот сок всякие разные сладкие фрукты, чтобы он был вкусный. Вот такая вот задумка, такой лайфхак, так что пользуйтесь. И покажу вам сейчас еще один классный рецепт.
Гляньте, какой шикарный получился сок. Какой у него густой такой темный цвет. И по вкусу он сладкий. Да, яблоки я стараюсь брать твердых сортов, и чтобы они были сладкие. Потому что если они мягкие, то в соковыжималке они превратятся в пюре. И соковыжималка у меня Xiaomi. Мы ее недавно заказали и пока что тестируем. Так что сейчас каких-то точных выводов сделать не могу, но она работает. И, кстати, я еще вспомнила, что раньше я в сок добавляла сок лимона или лайма. Лайм вообще придает такую классную кислинку и такой цветочный привкус. Мне очень нравится, так что в следующие разы еще сделаю с лаймом. Что-то просто последнее время подзабыла и не покупала лаймы, а то у меня очень много их было одно время в холодильнике. Вот, спасибо вам за внимание, пейте зеленые соки, ешьте как можно больше зелени, оздоравливайтесь, ведите здоровый образ жизни. Таким образом вы помогаете не только себе, но и другим, потому что другие будут смотреть на вас, смотреть на ваши результаты и задаваться вопросом, а что же мне сделать, чтобы тоже быть бодрым, выглядеть хорошо, быть стройным, радостным и так далее. Вот, так что помогая себе, мы помогаем другим. Спасибо вам за внимание и до встречи в новых видео.